Всем привет, мои хорошие! Сегодня начало такого прекраснейшего дня. Я уже снимаю второе начало. На минуточку. И получается, мы идем по магазинам, идет карантин, мы гуляем. Ну, как бы 11 уже мая прошло, карантин как бы уже открыт. 12-е. Ой, закрыт. Открыт. И то, что, ну, у нас, правда, он еще немножечко продлился в нашем поселке, в нашем городе. Но мы гуляем. Нам никому не запретили гулять. А если у вас так продлили, то сидите дома. А мы пошли в магазин за краской, за шляпочкой, конечно. А еще пофоткаться на... Что, там машина там? Мы сейчас пробежали быстренько через дорогу. Спасибо. Огромное спасибо! Спасибо! Ну смотри, это столько красиво, с такой вот уванчиком. А потом мы будем фотографироваться вон там. Вот теперь все. Благодаря Крине. Да, увидимся на поле. А нет, увидимся в магазине. Мы возле магазина находимся, сейчас мы туда пойдем. За сметаночкой. И мы сходили уже по магазинам. В один магазин сходили и пришли на стадион. Опа, и будем здесь фотиться. Потому что мне для Инстаграма нужны уже светлые фотографии, потому что у меня просто в профиле они темные. Поэтому вот так вот. Ну, фотиться. Поснимали тиктокеры, да? Тикток-чек. И мы теперь идем домой. Надеемся, то, что у нас сметана не прокисла, хоть она и есть уже прокисшая. Ладно, мы зайдем домой. Будем продолжать смотреть сериал. Yes. Ребята, всем хай, хай, хай. Хай-хай, с вами Вика Мах. Да. Всем привет. С вами я, Ифи и Руслан, который сейчас будет играть в Майнкрафт. Замолчи. Мы так и не посмотрели сериал с Кариной. Мы что-то там разболтались. Те, которые пофоткались, мы начали там обсуждать все это. Потом Карина ушла на огород. Я осталась одна, я начала рассматривать опять все фотографии заново. Опять начала, да, их смотреть. Потом я решила посмотреть одно видео, посмотрела половину только. И потом нам позвонила мама, и мы в машине поехали домой. Так как мы еще сегодня должны были ехать в магазин, мы заехали в магазин, все купили, да. Мне интересно, конечно, ну и ладно. И сейчас мы заехали к одной тетеньке и ждем, пока мама придет, и мы поедем наконец-то домой. А то нам уже надоело здесь сидеть, как пустошенство. Так что вот так вот домой мы приедем, я не знаю, что мы будем делать, но, конечно, все разложится, а потом узнаю, что будем делать. Так что увидимся дома. Эй, бандиты! Шутка. Когда он смотрел с ТикТока Валю и просто... Йоу. Так, мы сейчас дома.
и мне постоянно мешают снимать видео, мы начали опять смотреть Ривердейл. Это не реклама. Если не реклама, заплатите. И потом мы... Я не знаю, может, я сегодня останусь. Ты останешься здесь? У бабушки. Не знаю. Подумаю. Я подумаю. Вчера я ничего вам не успела снять, так как просто забыла напрочь. Так к нам пришла Настя, мы просто где-то 2 часа угорали, да? Наверное. Нет, сейчас мы угорали, потом мы пошли на огород. На огороде мы с Кариной угорали. Нас еще отругали. Ну, было очень весело. Наступили грядку. Там такой прикол был, типа мы бегали, я наступила в грядку, и Карина наступила в грядку. А моя, типа, где именно я наступила в грядку, там очень сильно заметно, и типа, баба такая, кто это наступил? Я такая, я. Потом баба идет дальше, а это кто наступил? Карина такая, это я. Нет, и, типа, я вчера наступила на нее. Ну? Так я вчера тоже. Позавчера, вернее. Какая разница, все равно наступила. И получается, потом Карина такая, а ты где наступила? Я такая, вон там. Я такая, а ты где наступила? Очень смешно, конечно же, нет. Мы будем продолжать смотреть сериал, потом, не знаю, куда-нибудь, может, пойдем. Нам вообще в магазин надо сходить. Где? Как всегда. Мне надо. Ладно. Так что... Ребята, мы уже идем на улицу. Понятно, да? Ксюша остановилась. Ты идешь? Всем привет, мои хорошие. А, понятно. Ты что дома? Крыса. А где ты? Зовем брата гулять. Мне надо дать полчаса. Я хотела пойти в толстовки. Получится, да? Я хотела пойти в толстовки. А потом передумала, переоделась в футболку. Правильно было решение. Ну, сейчас мы куда-нибудь пойдем. Наверное, в магазин. В первую очередь. Ты посмотришь, куда ты начали еще подумать. Не судьба. Ага. Видно, не судьба. Видно, нет любви. Посмеялся ты, Кого? Мы уже погуляли. На самом деле нет, мы просто пришли на вот такой прекраснейший мостик, где между этой землей течет вода. И очень сильный напор, поэтому я боюсь туда даже идти туда с телефоном, потому что я боюсь высоты, во-первых. А во-вторых, я просто боюсь то, что я уроню телефон. В-третьих, я телефон только недавно купила, и он очень дорого стоит. Много, кто? Я его постараюсь сейчас заснять. Типа вот так. Короче, сейчас телефон вообще беру. Прям вообще. Стою. Страшно очень. Вот. Красота, да? О, господи, я уйду. Я на ту сторону пойду. Там потише течение. И не сильно так боюсь. Здесь? Вот там. Ай! Ну, типа здесь тихо. Спокойно. Там нет. Что-то сюда. Вот именно. Карина споила всю воду собаке. Ну, она пить хотела! Добрый ребенок. Да. А еще мы хотим пойти на дамбу, проверить, там вообще будут нам давать орык или нет. Орык. Оп. Повонила я кис. Она уползает вниз. Да кто здесь? О. Кис.
Комарик усил. Комарик, смотри, как вот комарик был. Был, да сплыл. А, и такой сейчас, как мне сейчас в глаз взлетел комарик. Кто-нибудь наорать, типа? Кто? Ну, мы нашли эти... коломку. Мы видим коломку. Ура. Кто может наорать? Никто не может наорать. Ну, все набирают воду, там. А типа нам нельзя, да? Ну, только они набирают, которые живут возле дома этого. А мы что, не здесь живем? Нет. Почти. Там... Бьет его душу шоколадку. Машинка классная. Это мой любимый. Ой, мама. КамАЗ? Кто? Какой КамАЗ? Белый шоколад, мой любимый. Какой белый шоколад? Где? Ты где-то бумажку видела? А, я все поняла, я поняла. Ууу! Бумажка. Ой, господи. Ой. Собака голос потеряла. Солнышко, она так не умытая. Это мило. Мама, не лови окись. Она садится просто. Короткое мое настроение. Типа... Это мило. Поманила ее. Кис. Совсем она. Кукуха проехала. А вот она и эта колонка. Мы к ней уже подошли. Колонка. Подошли. Я не знаю, что-нибудь видела. Вообще нет. Вообще нет. Думаю, нет. Нам просто бутылочку набить. Погоди. Что мы будем? Короче, мы все мокрые, идем обратно. Все обратно. Воду почти набрали. Обратно, может, почти мокрые? Тупая. А, воду набрали. Мокрые остались. Собачка. У нее щенки есть. Только нет, нет. Где они? Какая улыбака. Тут котёшку сосет. Котёшку. Она гуляет. Это первая Ксюша вообще обмочилась. Я такая, ну, она мне прям в глаз влетело. Нажала такая, и все, и сама. Сама на себя, кстати, полила воду. Просто Карина не умеет ставить бутылки. Ну, себе под жопу. Упс. Эй, мы снова с вами. Йоу. Мурашки по коже. Ну не тебя. После того видео я поняла, почему у меня отключили комментарии. Пишите свои комментарии, смешная шутка, да? Обрызгаю бутылкой. Водой. Бутылкой. Водой с бутылки. Так пойдет? Что стало? Если мы туда пойдем? Можно. Я просто не знаю эту дорогу. Я знаю эту дорогу. Мы там искали щенка. Ой, или это был... Это еще был щенок. Перебегай через дорогу. Пая. После этого нас забанили. Ой. А нас все-таки дети смотрят. Знаете, если мы мертвы, то вы должны знать дату смерти, причину смерти. Это просто мы бегаем через дорогу, пока едет машина. Да. Посмотрите, кто к нам идет это. А кто это к нам идет? Такой белый. Ты снимаешь меня? Да, для влога. Каменский сегодня вышла песня, называется она... Привет. Мы встретились. Привет. Она называется «Воспоминания». Первую. Три сестрички под окном. Но мы не под окном. Моя дорога. Мы идем по росту. Я забываю маленькое. Не храни его, это святая вещь. Прощаем. Коротко о том, когда два человека, блогеров, тупо. И типа... Ты что-то сейчас показала? Сейчас мы узнали то, что наш район не открыли. Мы гуляем. Типа мы еще до сих пор на карантине сидим. Ну, поселок не закрытый. Поселок как бы не закрытый, но нам можно гулять хоть сколько и хоть когда. А вот Шибанайху, увы, не открыли. И мы сидим на карантине. Поэтому нам осталось полчаса гулять, потом идти домой, как будто, в принципе, и все. Вот такие вот мы девать. Да.
встретим, увидимся дома. Нет. Ребята, ребята, мы опять на том же месте, где мы в том году, также летом, правда сейчас весна, но кажется, что лето уже. И вот, получается, прошлым летом мы сюда и шли и снимали влог. Этот влог мы так и не выпустили, ни я, ни Настя. Теперь мы идем опять на эту гору. Вот такая вот она, высокая. Да. Вон мешают мои ноготочки. Ну ладно. Что это меняет? Ничего не меняет. Вы просите 10-20 минутное видео, пожалуйста, вы его получите, потому что это просто неделя влогов. А некоторые просто каждый день выпускают, типа неделя влогов. А я выпущу это все в одном видео. Думаю, нормально. Сейчас мы поднимемся на эту гору, так что увидимся там. Бум! Мы уже на этом холму. Господи. На него забираться. Мне забираться сложно. Фух. О, господи. Как здесь красиво. Ребят. Красота просто, да? Вот наш весь поселок как на ладони. А это Настя. Господи, фотограф, Ксюша, обращайтесь. Здесь разбитые ворота скопаются. Только что берут фигуристы. Ок. Все, ладно, мы фоткаться. Эти долбанутые побежали. Молодцы, девочки, занимаемся спортом! Скоро лето! Ну как бы, да. Они там бегут. Я вас уже не снимаю, если что. Они там бегут, а я... А? Они воду оставили. О, я придумала, я вам сейчас воду спущу. Она будет катиться. Наверное. Поймаете? Точно? Ловите. Зато бутылка покатилась. Жаль, что вы не видели. Ну, зачем? Я не буду бежать. У меня ноги болят. Тебя поймали. Бутылки конец, мне кажется. Все возможно. Она нагрелась. Да. Сейчас, короче, до дому. До дому, до хаты. И все. Потом я не знаю, что будет. Ты дурачина! Мужичина. Сейчас взяла на себя воду, вылила. Вот именно. Капец. А потом я не знаю, что мы будем делать. Потом я поеду домой. Там играют, конечно, в субботу, воскресенье. Чем я буду заниматься? Все, все, всем пока. Да, увидимся дома. Мы сидим. Че курила, а? Наркоман. Давайте селфи сделаем, если я выложу пока. А мы дома наконец-то. Ну, пока что еще у бабушки, мама еще не приехала, чтобы ехать домой. Мы сидим, смотрим Леди Баг и Супер Кот, просто мой самый, наверное, любимый сейчас мультсериал. Вообще классно. И ждем мы маму. Без понятия, когда она вернется, она доделывает. Начался Леди Баг и Супер Кот, так что увидимся дома. А я дома, наконец-то. Время, сейчас точно скажу. 20:41, 41 минута 9. Йоу, а я наконец-то дома. Сейчас свет будет.
Йоу. Сейчас я еще почитаю свою книгу. И получается, умоюсь. Там. Ну, короче, душ приму. Умоюсь. Смою себя этот макияж. Почитаю книгу. И лягу спать, наверное. Наверное. Точно не знаю. Так что до завтрашнего дня. Да. А вот и следующий день. Я уже убралась дома. Полазила в огороде, сходила в магазин. Теперь варю кушать собаки. А потом сейчас еще хочу приготовить американские панкейки. И сейчас буду записывать рецепт. Поэтому увидимся вечером. Жарим панкейки. Ну что, нам одних вот этих панкейков стало мало. Мы решили приготовить еще творожную запеканочку. Приключился маленький конфуз. Я поставила разогревать плиту, в смысле духовку. И у нас, я не посмотрела, что в этой духовке. А вот эту духовку мы постоянно ставим пластиковые чашки и все такое. В итоге да, и ладно бы там одна, но у нас две. Все. Ничего страшного. Я забыла снять начало, конечно же, время уже 2 часа, и за это время мы уже сходили на базар, закупились продуктами. Сейчас я, получается, готовлю кушать нам, так сказать, почти как на ужин, да. Я решила сготовить спагетти. Ну, самое легкое, и приготовить еще вот эти вот панкейки, которые я готовила вчера. Ну, хорошо, что я духовкой больше не буду пользоваться. Замечательно. И да, сейчас я опять буду, получается, делать тесто. И у меня закончился разрыхлитель. Я не знаю, что мне делать. А что себе без разрыхлителя попробовать? Интересно, у меня получится? Нет. Мы попробуем. Мне еще надо перетереть всю морковку. Хорошо, что есть комбайн. И это будет проще. Сейчас ее почищу, перешинкую, сделаю подливчик для спагетти и сделаю тесто для панкейков. И все будет хорошо. Так что давайте увидимся. Как я вчера сказала, то, что вечером увидимся, но нет. Когда я перетру морковку, тогда увидимся, дети. Ем, я уже прошинковала
всю морковку, сготовила под лифт, готовила под гетти, приготовила эти панкейки, блинчики. Все удалось без каких-то нюансов. Все было круто. Правда, я немножечко обожглась. Как бы это... Ничего, ничего этого. Ничего нового. Да. Сейчас я хочу почитать свою книгу. И вот так вот. Поэтому я читаю книгу. Все. Ну что, ребята, уже вечер. Прям, ну, вы должны уже это видеть, потому что вообще не светло. И я читала свою книгу и сильно зачиталась. А в итоге прошло достаточно много времени, и как бы, ну все, неделя влогов подходит к концу. Я вам хочу пожелать всего самого наилучшего, чтобы вы доучились наконец-то, и у вас было все так просто супер. До конца учебного года осталась всего лишь неделя. Так что желаю вам всего наилучшего. И всем удачи и добра. Пока-пока.